Доброе утро, друзья! Мы едем в Иерусалим. Мы уже в Иерусалиме, и у нас две задачи. Задача номер один – как можно ближе подъехать к старому городу и найти хорошее место для парковки. Задача номер два – это не заехать в ортодоксальный район, как это было в прошлый раз. Город сегодня пустой, во всяком случае, та часть города, по которой мы сейчас едем, машин практически нет, людей тоже нет. Задача номер один выполнена. Мы успешно, даже более чем, припарковались. Мы подходим к старому городу. Пока тишина, никакого ажиотажа, все спокойно. Интересно будет узнать, что там. Уже кто-то что-то спрашивает. Кама ли? Кама? Начался бизнес. Бизнес по-иерусалимски, да? У нас есть такое уже определение. Не знаю, может это и нормальная цена. Ну тогда одну свечку за шекель покупали, тут упаковка. Может быть, они какие-то залипушные? В общем, уже какая-то музыка гремит, полиция ходит. Полиции, по идее, сегодня должно быть очень много. Так, друзья, репортаж из-под стен старого города. Попасть абсолютно непросто. Огромная очередь. Пускают только с зелеными паспортами, с прививками, либо со справками. Мы уже прошли первый этап. Очень много людей, еще больше полиции. Раздают бесплатно воду. Там где-то сзади меня есть уборная, если кому надо. На улице жара. Сколько сегодня градусов? Градусов 30 уже. Ну, в общем, продолжаем свой путь. Вот такие дают на входе карточки, которые позволяют пройти в старый город. Вот в таких капсулах люди ожидают, когда им разрешат зайти в старый город. Все огорожено. Есть несколько входов. Отдельно заходят арабы, отдельно в старый город сегодня заходят иудеи и отдельно христиане. В общем, такой движ. Так, мы стоим под навесом. Так, значит, полиции добавилось еще, и они что-то решают с камерами. Вот они, видишь, на камеру указывают. Мы попали в старый город. Идем маленькой группой под охраной полиции. Не знаю. Где он боксы? Боксы, где? Так, опять. До свидания. Что он хотел? Бизнес по-иерусалимски продолжается. Значит, рассказываю, к кому мы идем. Мы, значит, держи, при свечах. Тут все пытаются сделать бизнес. Значит, чтобы пройти без стояния в очереди, предложили 156 шекелей с человека. Грубо говоря, 500, это жара, да, на меня подействовала жара, 500 шекелей с человека, чтобы пройти, обойти все очереди и все, так сказать, полицейские преграды.
500 шекелей, $150. Дальше. Там же внутри, пока мы стояли в очереди, тоже продавали свечи. Вроде как за полцены. Все продавали, слава богу, только воду давали даром. Бесплатно. Бесплатно, то есть даром. Ну что, друзья, мы подходим. Такого количества военных и полиция я еще не видела. Каждые 20 метров стоит заслон с военными, с полицейскими и еще с какими-то, видимо, спецслужбами. Еще очередной заслон. Мы зайдем в храм. Ну что, друзья, мы внутри храма Гроба Господнего, и сегодня мы увидим, как сходит огонь благодатный. Это нереально. And we were the first two people. No, we were around the corner. We were the first two people on our way. It didn't matter. Everyone surrounded us. I mean, no, I get it. Так, здесь что еще есть? Здесь есть очень достойная уборная. И, кстати, место для курения, что неожиданнее всего. В общем, сейчас 11 утра. Мы в Иерусалиме с 8. Ждем. В общем, мы присели. Так, что еще сказать? Количество блогеров зашкаливает. Огромное количество, нереальное телевидение. То есть везде установлены камеры. Про полицию я молчу, ее просто нереально много. Что? Виктор контролирует, как я тут сижу. Ну и все стоят с включенными камерами, телефонами. Ждут чудо. Да? Супер. В общем, если что, он меня еще на плечи посадит, чтобы я все увидела. Thank you.
мы уже вышли из храма, сидим сейчас здесь во дворе, потому что уйти невозможно. Это такое удовольствие. Звенели колокола. Оказывается, мы узнали, что пустили всего 2500 человек. И это вообще огромное, огромное счастье, что мы туда попали. Вот так сейчас выглядит дворик. Уже разбирают ограждения. Люди выходят из храма. Даже телевидение у них. Самое интересное, интернета здесь нет. Домой не хочется вообще, да? У нас с собой есть запасы еды. Мы же не будем здесь кушать. Необыкновенные, конечно, эмоции. И я потом еще чуть больше расскажу, как это было. Но когда вспыхнул весь храм, абсолютно это считанные доли секунды, и у каждого в руках загорелась свечка. Это что-то необычное. Просто это чудо. Это действительно чудо. Там продолжаются еще гулянья. Интересно, кто это? Так, продолжение. Так, друзья, здесь какой-то образовался еще непонятный движ. С двух сторон. Впереди дети с барабанами. Я не знаю, слышно меня или нет. Мы подкрепились вот под таким симпатичным деревом. Вот у нас было с собой что поесть. Довольно-таки вкусно. Сейчас мы направляемся... Счастливые, мега счастливые, мы отправляемся домой. Главное это найти машину. По-моему, мы идем в правильном направлении. Да, она на этой красивой, уютной улице. А что такое? Что такое движение вдруг началось? Шаббат закончился. Так он только начался. А, закончился. Все. У меня перегрев. Я надеюсь, вам понравился мой влог, репортаж, трансляция. Поехали. Вот так всегда. Настраиваешься, красиво сказать. И тут Олька. Поехали. Друзья, подписывайтесь. Пишите комментарии. Может быть, кто-то из вас когда-то был на схождении благодатного огня. Это супер. Виктор выпадает с открытых дверей на радостях. Ну и, конечно, всем любви, всех с праздником. Пишите комментарии, ставьте лайки.